Russia или Russia? Привет! А я твоя новая соседка. Слушай, у тебя дом такой красивый, территория такая большая. Скажи, а ты один живешь? Да! Нет, то есть нет, я с мамой живу, но мама сейчас в Мексике отдыхает, так что сейчас я совсем один. Ты такой забавный. Слушай, а что ты делаешь сегодня вечером? Так мне мама сказала сегодня... Ничего. Вообще ничего. Замечательно. Значит, я могу на тебя рассчитывать. Да? Скажи, а ты собак боишься? Больших? Не совсем. Нет. Замечательно. Я сегодня вечером делаю вечеринку у себя дома. А, подожди секундочку. Я оставлю у тебя мою собаку, чтобы она гостям не мешала.